Надо найти какого-нибудь нубика и... Какой-то дом. Так, что там есть кто? Так, блин, надо, наверное, накопать новые земли. Так, быстро за его дом пробегу, пока он не видит. О, все, отлично, отлично. Так, да, ой, что это такое сейчас? Надо положить сундучок. Так. А, как вот он пахнет, так. Приманочка. Ребята, если прямо сейчас вы поставите лайк, то... то этот убийца или маньяк не придет за вами ночью, так что обязательно поставьте лайк. И напишите в комментариях, обязательно напишите в комментариях, что это за убийца или маньяк. Ну а мы продолжаем. Так. Откуда? Что ты из кармана что ли выпал? Я не понял. Ну как, где еще? Нифига себе, это другие, круто. О, пойду, слушай, почешусь, что-то это как бы. О, класс, вообще. Ну-ка еще. Ладно, кустиков накидал. Все. А что ты за халява такая? А еще, может, где тут что валяется, не? Я его убить хочу, он не бесит. Слушай, ништяк, 7 кустиков, это вообще круто. Ну-ка, я только так. У меня уже 10 штук, да? 10 сюда и 2 в кармане, всегда надо с собой носить сколько-нибудь куб. Так, у меня не валит вроде. Тупой так, нуб. Надо накопать. Чё такое? Я чё? Чё? А чё это? Кто-то, наверное, прикалывается, что ли? Да какая разница в моей кустике? Фиг. Так, чё надо? Так, ну ладно, надо спать. Блин, жалко, дверь завтра построю, окей. Чё, надо спать, надо ложиться, нет? Так, всё, ложимся. Сладенький нубик. Я не... Умри! Где он там? Ты где тут? Ты кто такой? Ты чё ещё? Так, ну-ка. Отпусти меня. Убери. Так, успокойся. Так, тихо. Я сейчас лупану. Ах ты, козёл. Мне в глаз прям попал. А ну стой. Козёл. Ты хочешь поиграть, да, со мной? Но я тебя сейчас на бутылку посажу, молодой человек. Я видел, куда ты убежал. Ты думаешь, от меня скроешься, да? Свежий воздух. Ты думаешь, я не знаю, что ты здесь? А? Бежать, ребята, блин. Так. Ты здесь был? А ну стоять! А ну иди сюда. Так. Да блин, ты что хочешь от меня убежать? Попробуй от меня убеги. Я чувствую твою кровушку. Так, ну-ка на бутылку садись. Садись на бутылку, кому сказал. А ну. О, ё-моё, вообще пипец, что это за псих? Я не могу, короче, надо... Где ты? Куда он убежал? Так, ладно, я его потерял. Короче, надо... Ухи, вы видели там ухи? Ух, яблоки, блин. Ты где? Иди ко мне, мой сладенький. А ну, ты где? Ладно. Тут был, куда? А может быть, он опять к себе убежал? А ну! Ладно, его здесь нету. Эй, я не желаю тебе зла, ты где? Блин, что это за урод, блин, почему он здесь в крови? Я желаю тебе всего лишь добра, иди ко мне. Я чувствую твой страх, иди ко мне. Я не буду делать тебе больно. Вот ты где! Ты хочешь сыграть со мной? А ты уверен? Сыграй, дядька. Так, ну-ка, слезай оттуда. Так, тихо, где мы пиздец? Слезай! Тихо! Ушел! Тихо. Тихо.
Чё? Тихо-тихо! Всё-всё! Тихо! Оттуда! Уйди отсюда, слышу, урод! Отстань от меня! Сам ты урод, понял? Есть, короче, ты вообще грязное ничтожество! Пошёл нафиг отсюда! Понял? Всё? Ой! Ну что, напрягал ты, малец? Иди! Патроны! Ну и где ты? Я же чувствую тебя. Я чувствую твой страх. Ты же был где-то здесь, я это помню. Делай. Так. Ты думаешь, я тебя не найду, да? Ты думаешь, ты убежишь, да? Ты такой наивный. Ты думаешь, что я, Джефф-убийца, не смогу найти какого-то маленького нубика, да? Так, ну-ка, так, быстренько тут. О, все. Нубик. Ты думаешь, я тебя не найду, да? Я знаю, что ты будешь... Так, где он орал? Он только что где-то закричал. В доме, наверное? Так. Я слышу, где-то кто-то дышит. Ты думаешь убежать от меня, да? Ты опять побежал по крышам. Ты думаешь, я совсем тупой, да? Ты думаешь... Ушел нафиг! Ты чё дерёшься? Ты чё? Хватит драться! Бля, он психун, вы слышите, какой он дымчит, он вообще какой-то. Кто тут пищит? Ну-ка. Ты чё там сидишь, да? Мышка маленькая. Ушёл, псих ненормальный. Пошёл в жопу. А ну иди сюда. Иди сюда. Дай мне всего лишь убить тебя. Дай мне всего лишь убить. Ё-моё, почему я так медленно бегаю? Ты в курсе, что у тебя уже идёт кровь, и я знаю, где ты? Что не идет, я перевязался, наверное. Вкусная кровь с лезвий. Ех там, какая жесть. Тихо. Я не вижу. Привет! Ну все, допрыгался. Тебе теперь точно хана. Так, где мой пистолет? Так, блин. Чуть-чуть я не понял, а где тут танцы? Среди ушей есть какое-нибудь оружие. Ах ты, пошел в жопу, я сейчас его встречу. Пошел, надо ответить, дать за себя постоять. Пошел. Сейчас. Слушай, а ты не так плохо, как кажешься, нубик в Майнкрафте. Ай, чё, как он меня с расстояния долбит, я не понял. Ну всё, я тебя сейчас сброшу с крыши, понял? Чё-то, может, черепами его закидывать? Ты чё? Козёл. Так, всё, он не знает, что у меня патронов нету, но... Я буду... Ай, не стреляй! Так, ладно, всё, давай договоримся, я на самом деле пошутил. Чё? Это была шутка. Отошёл. Ну всё. Жди следующего раза, я приду, но уже не в этом облике. Ой, ё-моё, блин, я себя в ловушку загнал. Слышь, псих, давай, короче, договоримся. Давай ты меня отпустишь, я тебе денег дам, понял, а? Нет, мне не нужны твои деньги. Я знаю, короче, кого-нибудь там другого, у меня друг есть, а? А как друг выглядит? Ну такой толстенький, маленький, такой классненький. Маленький?
Да. Ну знаешь, я тебя поймал и... Короче, жди следующего раза. В следующий раз я приду, но уже в другом обличии. Все, жди меня. Так, а можешь пока, конечно, подкрепиться, чтоб там с голоду не сдох, на. Ешь уши. Давай. Жри. Ладно, хорошо, спасибо. Да. Давай, не расслабляй булки. Пойду других доем.